Что нам сегодня понадобится? Это уголок 110 90 градусов, две заглушки 110 кран, 1/2 четверть или как там, такая вот, не знаю как ее назвать, ну, в общем, вот эта штука, два хомута пластиковых, всякие разные обрезки, муфта и труба. Начнем с того, что нужно сделать отверстие чуть ниже центра. После того, как установили этот сосок, или как его назвать, опять же, не знаю, в нашу заглушку, в сторону откладываем, берем трубы, диаметр не важен, какие есть, такие делаем. У меня вот нашел уже спаянный вот такой уголок, еще отрезок, то есть сейчас я спаяюсь. В принципе, не особо важно, прям сильная герметичность в этих. Давление будет очень маленькое. Так, ну все, в принципе, все заготовки готовы. Раз, два и еще там остальные, которые я не использовал. Сейчас мы их будем собирать в кучу. Вот таким вот способом она будет натекать, совсем маленько будет бежать. Смысл в том, что в трубе сейчас создался вакуум, то есть он закрыт с двух сторон. За счет этого создался вакуум, и вода выбегает совсем потихоньку, видно, да? И как только она достигнет уровня трубы, она перестанет бежать вообще. После того, как собака попьет воды, и если отбавится вода, станет уровень ниже трубы, то опять потихоньку начнет литься и потихоньку удальется до трубы и перестанет наполняться. Таким образом
Вода будет всегда в поилке. Так, ну вот все, оно наполнилось. Ну, труба, трубу скрыла, и все, вода перестала бежать. Сейчас только если мы отольем ее, все, вода побежала. Потихоньку, но побежала. Ну что скажу, все работает. Попробовал разные способы, попробовал сделать маленькую дырочку сверху. Нифига, все не работает. Только именно вакуум. В этой трубе должен создаться вакуум. Текет потихонечку, но стабильно. Если наполняется, то останавливается. В разрез времени большой, я не могу это показать. Сейчас она потихоньку натекает. То есть за раз столько собака не выпьет. Половину этого выпьет. А эта половина набежит, ну, примерно за минут 30. Так что все будет работать и в автономном режиме. Ну, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока. На, червяна. Сейчас.